10 июня в преддверии Дня России в станице Северской прошла торжественная церемония открытия обновленной доски почета «Гордость родной земли». К сожалению, из-за внезапного ливня мероприятие пришлось проводить в быстром темпе, однако непогода не испортила праздничного настроя собравшихся. Со словами благодарности к почетным гражданам Северского района обратился глава муниципалитета Адам Джерим. Вы сегодня лучшие из лучших. Вот через каждые два года, по-моему, да, мы обновляем доску почета. И сегодня самые лучшие люди нашего района на этой доске почета. Огромное спасибо вам за труд, за то неравнодушие, которое вы проявляете в своей работе и в жизни нашего района, участвуете в жизни нашего района. Дай Бог вам здоровья, благополучия, успехов еще больше, чтобы эти фотографии смотрели ваши дети, ваши внуки и подражали и гордились вами. Среди почетных граждан – предприниматели, работники сферы культуры и образования, медики, аграрии. Каждый из них внес большой вклад в развитие родного Северского района. С их помощью с каждым днем муниципалитет становится лучше и краше. Северский историко-краеведческий музей хранит историю нашего Северского района, ну и прежде всего историю людей, которые живут в нашем районе. Сегодня мы с вами наблюдали вот настоящее историческое событие. Здесь собрались люди, которые здесь, сегодня, сейчас творят историю нашего района. Ну и через 15-20, наверное, с интересом будет наблюдать люди за тем, что же происходило вот тогда, в 2021 году. И мы обязательно сохраним историю о каждом из них. Новые имена на доске почета гордости родной земли появляются раз в два года.